Сегодня у нас вечер польской кухни, и мы будем заниматься приготовлением национального польского блюда журек. Вот так он у нас выглядит в удобной упаковке. Здесь у нас 450 грамм этого яства, и попробуем это все приготовить. Открываем. Почти готово. И выливаем. Выливаем сюда. Оп, даже колбаса какая-то есть. Яйка. Вот почти все у нас поместилось в микроволновку. И продолжим. И вот что мы получили в результате. Журек.